Мужчина, подбрось до котельнической. До котельнической подбрось, а? Ты что, не видишь, человек работает? А? Не видишь? Пожалей слабую женщину, а? Слабая женщина? Слабая. На, бери туфли. Не надо. Да ты что? Ну-ка, забирай. Забирай свои туфли, забирай и все. Только тихо, не шуми. Эх, догоню, догоню, обиду догоню. Давай. О, спасибо. Ну че? Куда ты? Ну куда? Ну куда? Ну что ты? Вон туда. Че со мной так невежливо разговариваешь? Я все-таки женщина. Не положено нам возить. Что это ты, такси? Что, ты живешь? Что положено делаешь, а что не положено не делаешь? Правильный какой нашел. Да вот представь себе, правильный. Что так поздно? Так, так в другое это время Москву не посмотришь. То-то, то другое. А народу сколько у вас? Не москвичка. С Крыма я. Сейчас телевидение топаю. Передовая. Знатная. Да, передовая, знатная. Вот так вы моете Москву? Моем. И что, все улицы? Все. Каждую ночь? Ага. Да, работка. Бедная жена, как она вас терпит. А у меня жены нет. Ну, естественно. Как она вас выдержит? Ой, извините, я вам мешаю? Нет. Сидите. Спасибо. Так вы разбежались? Померла. А, ну, извини. Черт! Так и знал. Не надо мне было тебя сажать. Ну, я сейчас выйду тогда. А может, я с ним поговорю, а? Ну, у меня все-таки медаль, а?
Ну, чего он? Чего-чего? Связался я с тобой. Ну, не сердись, я сойду. А, сойду. Сиди. Ладно, дальше фронта не пошлют. Тебя как звать? Софья Макарна. Михаил Антонович. Очень приятно. Слушай, посоветуй мне в одном деле. Мне тут премия хорошая перепала. Ну, кое-чего раньше скопила. Хочу машину купить. Швейную, что ли? Нет, швейную у меня давно есть. Хочу легковую. Ну и какую машину ты хочешь? Не знаю. Жигули или москвич. Волгу надо. 21-й универсал. Пройдет где хочешь. Нагрузишь сколько хочешь. Грузовик. Вообще-то мне советовали для сельской местности. Ну? А где такую можно купить? Ну, это только в комиссионке. Михаил Антонович, а ты мне поможешь? Я бы тебя отблагодарила. Отблагодарил, да? Ну и как же ты б меня отблагодарила? А? Ну, я не знаю, но я думаю, мы бы договорились как-то. Не поможешь? Ну, подумаем, подумаем. Ничего, ничего. Это очень хорошее упражнение для моих музыкантов. Да? Да. Ну что ж, ужас. Приготовились, пятый номер. Как диплом? Через неделю, Валюша. Тысячи лет тебя не видел. Звоню, а тебя нет дома. Что случилось? Я сейчас живу в Вале Никитиной. Она с мужем уехала на лето. На этюды? А в рояль? Ты знаешь, мне удалось записать весь свой цикл. Да? Где? Секрет. Хочешь послушать? Конечно, хочу. Где? Когда? Где, когда? Угу. Так ты же со мной был, Валя. Ну, вот приходи в четверг, часть к 8. Ладно. Ладненько. Артюхин, тебя, между прочим, профессор Комаровский полчаса уже ждет, а ты здесь.
Развлекаешься. Да ешь, сумасшедший. Я докушаю. Да? Да. Ну, давай. Валя, ты не помнишь, я в репзале с красной папкой был? По-моему, нет. А что, потерял? Ну, номера. Там ноты, что ли? Угу. И докушала. Что? Что такое? Что такое? Что? Да что ж ты не угомонишься-то никак? А? Весь дом переполошил. Что ты грохочешь-то? Что ты потерял? А? Да папку где-то посеял, а там все оркестровки. Как посеял? Да сам не знаю. В общем, ничего трагического. Черновики где-то есть, но куда я их положил, не помню. Ты сколько над этим работал? Ну, год. Ну, год. Растяпа ты, растяпа! Да ничего трагического. Я же говорю, черновики где-то есть, ты сам знаешь, память у меня хорошая. Память у тебя хорошая. Надо искать. Искать. Петька! А? Не эти! Да нет. Ну что ж ты, людей-то будешь. Что ж ты среди ночи-то? А? Ваня, ты что, Ваня, я приемчики знаю! А ой, против лома нет приема! Вот сюда, зончик. Припухают твои дядь Миш. Кадаром хлеб едят. Глушаков. Что с них взять? Всю жизнь ты меня поломал, Василий. Антоныч, а ну-ка переключи снова на футбол, матч интересный. Да тут знакомый выступает. О людях, которыми иди ты руководите. Ну и, конечно, о проблемах сегодняшнего села. Я руковожу комплексной бригадой, в которой 18 человек. Ну? Бригада состоит в основном из механизаторов. Пенелопа. Значит, можно сказать, что вы руководите небольшим механизированным комплексом. Да, можно сказать. И много у вас в бригаде мужчин? Кроме на артист какой-то похожий. Как ее? Ну, это. Ну, вот, которую я снимал. О, точно. Они у нас то невежливые. Слушай, Антоныч, как же ты с ней познакомился? Делом у нас в бригаде строго. Ведь у нее ж все. Софья Макаровна, а у тебя же один профиль. В вашем колхозе в плане улучшения быта? У нас есть клуб. Летом работает танцплощадка. Очень хорошо. Есть дом быта, в котором можно, например, отремонтировать обувь, починить часы мужские и женские. Правда, что я знакома? Организуются вечера самодеятельности. А вы принимаете в них участие? Петраков. Я пою. Ну, так, когда есть время. А когда молодая была... Привет. Я не вовремя. Проходи. Спасибо.
как я музыкант. А как вы относитесь к Шонбергу? Неплохо. А к Хандемету? Композиторский, тебе на операторский, смотрите. Браво! Браво! Хорошо. Молодцы! Слушай, а сыграй вот, ну, помнишь, а? А, про зверолов. Про зверолов. Пожалуйста. Три смелых зверолова охотились в лесах. Над ними полный месяц сиял на небесах. Рамбуза, два раза поступал, два раза проваливался. Теперь его примут точно. Сиял на небесах, над ними полный месяц сиял на небесах. Смотрите, это месяц, зевнув, сказал... Один, другой сказал, тарелка, а третий крикнул, блин! Странно. Что странно? Я только недавно сочинил вот такую же песню. Вы композитор? Да. Очень хорошо. Давно хотел поговорить с настоящим композитором. Иван Гузанов. Угу, Петя. Петя. Петя, можно тебя на минутку? Да. Извините, ребята. Так, прошу, помогите мне. Так ты говоришь, что написал такую же песню? Да, вы знаете, одно к одному и музыка... Очевидно, совпадение. Такое бывает. В науке, например, Маркони и Попов. В нашем деле тоже. Да, но в науке, но не в искусстве. В искусстве тоже. Знаешь, ну идеи носятся в воздухе, к ним только руки протянуть. Не советую. Петь, подожди. Ну, давай договорим. Не Слушай, покупать машину – дело мужское. Поэтому я, извини, прошу тебя, не суйся. Угу. Вопросы задавать буду я. Добрый день. Здорово. Здрасте. Сколько пробежало? 150. Почти ничего. А это сколько как ездить? Зимой не ездил. В теплом гараже стоял. А открыть можно? Конечно. По-моему, надо брать. Цвет хороший. Не марки. Софья Макаровна, я вас просил. Интеллигентно, не суйся. Иди погуляй.
ты мне все портишь. Все портишь. Ну, иди, ну хорошо, я тогда пойду с тем, кто говорил. Может... Слушай, а ты случайно в 18-м парке не работал? Ну. А я смотрю, лицо знакомое. Почему так говоришь? Новый автомобиль. А чего она так отказывается? Я даю хороший. А она кто тебе? Подшипники у тебя стучат. Да брось, механик нашелся. Этой машине сноса нет. Да. Ну ладно. Желаю тебе успеха. Ты погоди. Тебя как зовут? Михаил. Слушай, Миш, выручай, ей-бог. Пришла открытка на новую модель, и если я завтра деньги не внесу, то выручай, этой машине сносу не будет. Проехать бы на ней километров 100, тогда сразу стало ясно, что к чему. Садись. Софь Макарна! Эй! Михаил Антонович с одним договорился. Я пошел. Спасибо. Куда? Куда пошел, Михаил Антонович? Куда ты пошел? А что? Куда? Что? Ну, это же не дело. Прощаться потом будем. А сейчас пойдем к нам. Да? Да. А зачем к вам? Ну, как зачем? Надо же отметить, машину все-таки купили. Не обувь какую. Софья Макаровна, у меня времени в обрез. Ну, я тебя прошу, я тебя умоляю, ну, на 5 минут. Ну, выпьешь, рюмочку, и все твое время, пожалуйста. Ну, иди на все 4 стороны, ну, я прошу. Ой, наступи. Ну, я на 1 минуточку, ну, я умоляю. Ну, Михаил Антонович, ну, пожалуйста. Да? Ну, говорила, да? Туфли проклятые. Так, а ты раздевайся. Ты чего это тут? Да я вот. Что я вот? А ну-ка, запри дверь. Товарищ, вы откуда? Михаил Антонович, ты куда? Это мой новый знакомый. Пожалуйста, знакомьтесь. Это Игнатий Петрович. Здравствуйте. Это Варвара Семеновна. Здрасте. А это мой зять Саша Александр. Александр. Это Михаил Антонович Артюхин. Это моя дочь Лиля. Лиля, знакомься, пожалуйста. Не бойся, дядя очень хороший. Дай дядя. Здравствуйте. Ручку. Очень приятно. А у нас тут ремонт. Да. Да. Так, а теперь я скажу самое главное. Сегодня мы с Михаилом Антоновичем
Решили купить? Нет, купили вам машину Волга. 21 универсал Волга. Волгу? Да, представь себе. Волгу! А где машина? А вон там, вот, в сумочке. А, ключи, ключи в сумочке. Саня, пойдем посмотрим. Софья Макаровна, мы по-быстрому, ладно? Ну, давай. Ну, дети. Поддержите. Дети. Да. Дети. Ну что, отметим это событие? Ну, само собой. Да? Где там моя провизия? Там? Нет, нет, туда, пожалуйста. Ах, как я вас напугала, а? Три смело зверолова охотились в лесу. Над ними полный месяц сиял на небесах. Три смело зверолова охотились в лесу. Над ними полный месяц сиял на небесах. Над ними полный месяц сиял на небесах. Смотрите, это месяц, зевнув, сказал один. Другой сказал тарелка, а третий крикнул, третий крикнул, третий крикнул. Блин! Ля-л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 я. Три смело зверолова бродили целый день. Зверолова бродили целый день, а вечером навстречу к ним выбежал олень. А вечером навстречу к ним выбежал олень. Один сказал ни слова в кустарнике олень. Другой сказал корова, а третий крикнул, третий крикнул, третий крикнул. Пей! Ля-л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 я. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Три смело зверолова сидели под кустом. А кто-то на березе помахивал хвостом. Три смело зверолова сидели под кустом. А кто-то на березе помахивал хвостом. А кто-то на березе помахивал хвостом. Один воскликнул: белка, стреляй, чего глядишь? Другой сказал: собака, а третий крикнул: мышь. Другой сказал: собака, а третий крикнул, третий крикнул, третий крикнул: мы. Ребята, разминка. Как ты меня нашла? Захотела и нашла. А что он будет делать с моими песнями? Ой, Петя, это какое-то недоразумение. Совершенно не понимаю, зачем ему нужно было исполнять твою песню? Он так переживает. Да, я этого не заметил. Нет, ну что ты, Петя, он очень переживает. Петь, ты не будешь раздувать этой истории. Почему так за него хлопочешь? Ты что с ним? Давно знакомы? Ну да, мы с ним уже знакомы 2 года. Я с ним познакомилась в первый его приезд в Москву. 2 года. А я? Я к тебе очень хорошо отношусь, Петя. Там другое. Мы поженимся. Не надо.
Петь, так ты не будешь поднимать шум? Подумай. Не надо, Валь, уйди. Подождите, я хочу тост поднять. Сонь, ты помнишь, что тебя подарил на свадьбу покойница Евдокия, матушка твоя? А я помню. Отрез крабжержетовой на платье, и ты была счастлива до смерти. А тебе, Михаил Антонович, что дарили? Какие подарки. Отец уж, отца уже в живых не было. А мать, что она могла? Нас у нее трое. А вот им Волгу, вот оно, значит, как пошло. Не знаю, с другой стороны, хорошо ли это? Хорошо. Да хорошо. Замечательно. Хорошо. 3-4, ребят. Хорошо. Не слышны в саду. Это очень хорошо. Даже шорохи. Все. И вот мы тоже решили вручить, как говорится, кое-что на память. Вещь по нынешним временам модная. И как украшение, и за место вешалки использовать можно. Так что примите. Мы их повесим в прихожую, да? Угу. Спасибо, Надь. Пожалуйста. Пожалуйста. Осторожно. Давайте танцевать. Давайте. Так. Мамина любимая. Танго. Ага. Билеты на поезд даю. И с ветерком на своей машине. Потом. Сань, не у нас получится с тобой свадебное путешествие. Как в кино. Соня, кто машину поведет? Сашка, что ли, права имеет? Соня, ты сама умеешь? Я могу завести, если под настроение есть кого. Это как же так? Тут аж до Черного моря, эвы куда? Михаил Антонович поведет. Нет. Да, да, да. Ну как же? Ты же сам говорил, что у тебя отпуск, что ты отдохнуть хочешь. Сам выбирал машину, говорил, что отличная. Михаил Антонович, соглашайтесь, у них не дом, а хоромы. И не то, что одну, две выделят комнаты. Соглашайтесь. Михаил Антонович, соглашайтесь. Море, фрукты, солнце, и все бесплатно. Михаил Антонович. И все даром. Михаил Антонович, ну? Иван сдал две твои
песни в приемную комиссию. Я об этом ничего не знала. Может быть, ты не будешь? Понимаешь, он уже два раза проваливался. Если ты... Ну, тогда ему просто конец. Петя, почему ты молчишь? Петя, Петенька, Петенька, не клади трубку. Игнатий. Все. Все, Михаил Антонович, все. Игнатий. Ну? Ну, ты, ты понял? Понял, Миша, понял. Смотри. Ну. Все. Все. Александр. Все. Все, Миша, до свидания. Смотри. Смотрю, смотрю. Михаил, Михаил Антонович, кепку-то забыл. Ну? Привет из Крыма. Привет. Есть будешь? Уже. Ух, и все остальное. Вот так, сынок. Понятно. Развернула меня юзом. Все, повязан. Пойду. Поехали с нами. Волга универсал, как автобус. Мест всем хватит. Поедем. Только узнай, куда и поедем. В Крым. Дом Хоромы. Море, солнце, фрукты. Ложись спать, брать. Да, да. Как в заграничном кино. Да, еще собираться надо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мам, ты на кого оформил машину? На себя, на себя. На кого же еще? Парарам. Правильно. Потом перепиши на Сашу. Да ты что? Живем-то всего ничего. Только расписались, а ты хочешь на него машину записать? А ты что, не уверена в нем? В нем-то я уверена. В себе не уверена? Ну, тогда не надо было так рано замуж выскакивать. Ах, какие мы правильные. А ты вспомни, как сама ты с отцом развелась. В жизни все бывает. Вот приедем домой, научусь водить машину. Думаешь, слабо? Почему? Ты способная. Вся в маму.
Представляешь меня за рулем? Одену кожаную куртку, очки. Класс. А машина наша? Самое оно. Ты представляешь, это целый грузовик. Из нее столько можно выжить. Мамуль, ну не грусти. Вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, отправился пешком. Он шел все прямо и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес, и с той поры исчез. Ля-л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 я. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей скажите нам. Ля-л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 я. Скорей скажите нам. Хорошо. Что хорошо, то хорошо. Хорошо? Хорошо. Но это для тебя, а в комиссии специалисты сидят. Ну, это ясное дело. Я сужу как обыкновенный человек, народ. А это, знаешь, тоже важно. Вот защитишься, организую тебе путевку. Круиз. Вокруг Европы. У нас вон на базе объявление висит. Бать, защищаться я пока не буду. Ну, что ты расстроился? Отложил. Ты что, это сам решил или кто посоветовал? Сам. Порепетирующе. Так. Я, конечно, может, и дурак, но ты что-то не договариваешь. Не в музыке тут дело, не в музыке. Ты знаешь, бать, бывает, все из рук валится. Ну, бывает. Так вот и давай со мной, проветришься. У тебя, батя, один сюжет, у меня другой. Па, я, наверное, тоже на юг махну. Thank you.
что, обнова? В ГУМе купила шурук. О! Это что, кошка? Это леопард. А я думал, тигр. Между прочим, через 20 километров будут прекрасные заокские песчаные пляжи. Фу, чё жарко, ребята. Может быть, где-нибудь остановимся? Я за. Санчик, давай сюда сумку. А? Ну, Михаил Иванович. Как прикажешь, хозяйка. Наш дел глупый баран крутить. В той сумке мы купим. Там с одеялом и нарез, и так окоцом, окоцом, чем захес хедам гимарез. Маграм версаид гад мовелда, там с одеялом и нарез. Все, дорогой, извини, надо возвращаться. Работа. Большое спасибо. Может быть, еще одну песню, а? Спасибо, вы мне и так уже 20 лишних километров провезли. А у вас прекрасный голос. Нет, это я вам как профессионал говорю. Подожди, как тебя звать? Петр. Карлос? Счастливо. До свидания, Петр. Счастливо, Карлос. Иннокентий. Ты опять думаешь? Я ни о чем не думаю, Маша. Ну зачем ты говоришь неправду? Я же чувствую, когда ты думаешь. Ты умница. Но не могу же я ни о чем не думать. Расслабься, расслабься. Ты на отдыхе и должен совершенно от всего отключиться. Понял, киска? Понял. Ну, молодец. Слушай, там кто-то голосует. Здравствуйте. Вы не подбросите меня? Пожалуйста, садитесь. Мерси. Ну, поехали. А вам куда? Не знаю. Не знаете? В Бурзуф. Простите, вы не скажете, где поворот на Кремлёвке? Вы что, не можете ответить по-человечески, что ли? Молодой человек, нельзя немножко потише, а? Мужик, не перебивай, сейчас будет самое патетическое место. Ну все, приехали. Мы поворачиваем налево. Зачем? Ты забыл, что там живет Генриетта Васильевна? Выходите, молодой человек. Извините, но нам не по пути. Хорошо. А может быть, нам не обязательно ехать в этих, как его? Нам обязательно ехать. Выходите. Вор, извините, едем в Кремерки. Ну что вздыхаешь? Нехорошо получилось. Он же видел, что мы поехали прямо. Такой симпатичный молодой человек. Иннокентий, ты совершенно не разбираешься в людях. Человек не знает, куда он едет. Ты разве не заметил, что он всю дорогу молчал? Это же ненормально. Включил на полную мощность магнитофон. Хорошо, что он нас вообще не тюкнул чем-нибудь по голове. Машенька, мне кажется, ты преувеличиваешь. Иннокентий. Прости меня, Маша. А как ты себя чувствуешь? По-моему, хорошо. А по-моему, плохо. Да.
месье! Месье, месье, месье! 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 Михаил Антонович, проезжаем. Не проезжаем, это старушка. Ну что, вы посмотрите, какие номера. Номера иностранные. Не на номера надо смотреть, а на человека. Ну и ну. Сильвупля, у меня мотор. Вы понимаете, в моторе немножко. Откуда вы? Из Парижа. Постыдилась бы постороннего, дипломатка. Ну, мам, ну ты... Ну что, мам, что, мам? Я 20 лет, мам. Дрянь такая. Слушайте, может быть, вам вот этот ключ... Нет. Здрасте. Мамаша. Что? Аккумулятор у тебя барахлит. Придется толкнуть. Аккумулятор? О. Черт, подобрала. Вот это да. Давай. Ну, давай. Ну-ка, отойди, отойди, Михаил Антонович, отойди. Спасибо. Счастливо. Здравствуйте! Простите, вы в каком направлении? Крым, Крым. А я в Гурзуф. Может быть, вы меня подвезете? А я не могу остановиться. Почему? У меня аккумулятор. Ага. А починим. Хорошо, хорошо. Попробуйте на ходу. Ага. На ходу. А, черт возьми, а. Все. Что? Все. Надо толкать. Ха, надо так толкнем. Давайте знакомиться. Елизавета Максимовна. Артюхин Петр. О, как торжественно. Петя, Петя. Хорошо, Петя. А вы из Франции? Ой, из Парижа. Как вы догадались? А вы сказали Петя? О, детектив. Нет, я студент, учусь на композиторском факультете. Будущий Чайковский. Ну. Ну, а что, его тоже звали Петя? Ха, ну, разве что. Кстати, в ближайшем кемпинге мы можем купить аккумулятор. А сколько стоит? Рублей 50-60. О, что вы, недорого. А вы едете до Гурзуфа? Да. Будем толкать. Ну что ж, будем толкать. Бог страною и людьми. Звался он Луи Второй, звался он Луи Второй, но, впрочем, песня не о нем, а о... Давай, ну, вот вам и ваша каратэ.
Ты что ж, сопляк, делаешь, а? Ну-ка, доставай бутылку. Ну что? Доставай бутылку. Руки! Ребят, что ко мне пристал, а? Последний раз тебе говорю, лезь в воду. Чего, папаш? Ребят, чего куда? Не могу понять. Ребят, последний раз. Давай, залезай, залезай, давай. Бутылку. Бесстыдники. А во время войны вы были в Париже? Да, в Париже. Когда в Париж вошли немцы, меня забирали. Гехайм полицай. Это было очень, очень. Фу. Вы были в сопротивлении? Сопротивление? Нет. Я слишком большой трус. Они хотели знать, где один человек. Русский. Коля. Коля, Коля. Драгоценное имя. Он родился и жил в Севастополе. Ах, вот почему мы едем в Севастополь. Да. У меня куча родственников. О, как все кричали. России жара. Трайфу. А я, у меня были такие неожиданные деньги. Немного довольно. И я сказала, баста, еду, еду. Поехали бы осенью. Осенью. Мне слишком много лет. Мне надо спешить. А не сделать ли нам этот, как это? Привал. Да, походить босиком. Требьян. О, боже мой. Ой, что это? А, пардон, пардон. Ой, давайте отъедем. Почему? Вон там те люди. Вон там, видите? Да. На белой машине. Это те люди, которые не хотели остановиться. Я их просила. Разрешите? Вот, да? Они, точно. Откуда вы знаете? Я их не знаю. Просто те люди высадили меня. Ни с того, ни с сего. Фу, какие... поганые. Лизавета Максимовна. Что? Давайте этих людей немножко разыграем. Но как? Представимся так. Я ваш внук. Вы моя как это? Бабушка. Бабушка, миллионерша. Ой, я терпеть не могу миллионеров. Во, так и говорите. Больше поверят. Мы совершаем путешествие в Крым. На такой машине? Ну и что? Просто на один раз вы купили скромный Volkswagen. Ведь у вас в Париже целый гараж. Да. Все. Угу. А вдруг мы как это... Засыпемся? Да. Сориентируемся на местности. Но вы же не говорите по-французски. Кто я? Да. Les sanglots de violon, de l'automne, de laisse mon cœur. Très bien, да. Лизавета Максимовна, дайте порулить. Да, пожалуйста. Très bien. Très bien. Ты хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудь ты об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнаете вы, маэстро. Grand-mère, elle parle français, elle aime toujours. Да. У нас одна, да-да, одна, Pardon. Grand-mère. Бонжур. Бонжур. Ну так вам все-таки не удалось побывать у своих знакомых. Вы знаете, как вам сказать, мы... То есть так сложились обстоятельства? А вы знаете, удалось. Удалось. Удалось? Да. Очень приятно. О, пардон. Моя бабушка. Познакомьтесь. Ой. Глава металлургического завода Янг и Франзье. Ой. Электронное оборудование в Лиле.
Париже. Мы сейчас совершаем путешествие по России. Да? Вы знаете, это очень интересно. Да. Что вы говорите? А я, мадам, сочетаю приятное с полезным. И по заданию одной из парижских газет, La Fanfic, вы, конечно, слышали. Ну, конечно. Пишу путевые очерки о России. И первый свой очерк я назову о русском гостеприимстве. Да. Ой, я не представился. Петр Франжье. Иннокентий Палч. Таня. Таня? Да. Иннокентий. По-моему, вашу жену звали как-то иначе. Вы ошиблись. Ошиблись. Тогда, конечно, Ларина. Да, как вы догадались. Читался. Любви, все возрасты, покорный. Так. А что это вы пишете? Татьяна Ларина на Волге. 70-71 Юбом. Иннокентий, собирайся. Куда? Быстро, мы уезжаем. Быстро, быстро. О, Лидочка, дорогая, как хочется объять необъятное. Иннокентий, я же сказала, собирайся. Можно вас на минуточку? Я для вас была лишь тенью, но сейчас я вырвалась из плена. Прочь тревоги, прочь сомнения, я теперь стою на этой сцене. В зал смотрю я, в зал и вижу, я вас бесконечно удивлю. Куда это вы столько, а? Куда-куда? Садись. Так. Сань, положи на место. Чего ты? А старушенция странная какая, какая, да? Какая старушенция? Машина у нее задрипанная, еще миллионерша. Да машина так, чья? Мам, еще сало нарежь, пожалуйста. Небось, такого и не нюхали. Да кто не нюхал-то? Вот я считаю, так, бы сами посидели бы. Тихо, спокойно, сами. Ну уж нет. Да кто посидел? Пускай ее внук все Михаил напишет Антон. Про наше русское гостеприимство. Ну что ты кричишь? Устал с дороги, спит. Фу. Все. Ну давай-то в темпе беги за ними. Я пошел. Ну, культурно, пригласи культурно. Скажи, что вела тебя прилично. Веди себя прилично. Бонжур, мадам. Бонжур. Путешествуете? Да. Да. Ну и как? Впечатление? Прекрасно. А не желаете к нашему столу? К вашему столу? Да. Посидим по-домашнему. Но, понимаете, я не... Так у нас все есть. Ну что вы, обидите? Ну, так... Ну, мы же от всей души, что вы? Ну, я не знаю, как же так это... Петя! Петя! Да? Слушайте, нас приглашают обедать. А, раз приглашают, надо идти. Ну, так что же, у меня бутылочка есть тут. Да? Да. Гостеприимство для нас закон. Да. Да, спасибо. Я сейчас только переоденусь. А, конечно. Мы вас ждем. Пьер, вы журналист, кажется. А откуда вы так хорошо по-русски говорите? А моя мама жила в Петербурге гувернанткой. А, вот. Ну, так как же, значит, эти еще. А, это блины. Я вам говорю свои личные рецепты. Да, потом слова скажу. Главное вот так хорошенько размешать, чтобы не было ни одного камня. И потом кипящую сковородку. Кипящее масло. Что, бачки? Вкусно. Лилечка. Товарищ француз. Понятно. Если бы вас видел Париж. Он бы лежал у моих ног. Я не сомневаюсь. А вот наша русская. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Эй, выходила на берег Катюша. Эй, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой. С
за дружбу, за сердечную. За русское гостеприимство. Да. Ура! Ой, приедете домой, соберете гостей, устроите русскую кухню. Ну, да, но это я не умею готовить. Ну, что тут готовить? Как же. Ой, Михаил Антонович проснулся. Михаил Антонович, знакомься, это наши гости, туристы из Парижа. Бабушка! Ой, боже мой! Петя, Петя, это тот милый человек, который помог мне с машиной. Познакомьтесь. Петр Франжье. Артюхин, Михаил Антонович.